Всем привет, ребята, с вами Артём, и сегодня, ребята, будет небольшой обзорчик на мою бензиновую зажигалку, вот такую солдатовскую еще. Ну, правильнее сказать, это копия австрийской, по-моему, или австралийской, австрийской, наверное, вот, зажигалки. То есть, сделан в Москве. Как видите, она работает. Вот. Горит нормально так. На заднем фоне у меня там красуется керосинка новая. Видос пока еще монтируется. У меня там небольшие проблемы с приложением пока. Ну, кому интересно, пишите, потому что я сделаю обзор. Хотя на YouTube очень много таких видосиков. Так что на ваше усмотрение. Так вот, разбирается она очень просто. Ну, как почти как автомат. Сняли там, сняли. Вот. Немножко мокроват, это бензин перелил. Вот. Вот такая часть здесь. Эта часть снимается. Вот она вот так отстегивается. Вытягивается. Здесь у нас кремень. Сейчас. Ой, он уже выпал. Такой кремень. Маленький. Золотой. Правда, обгрызанный маленько. Потому что у меня пружинки нету. Пружинка родная потерялась у меня где-то. Так, перевернем, значит. Может, я скручиваю. Так, я пока закрою. Вот. Здесь у нас колесико большое. Нормальное. Сами понимаете, что она производит искру. Сразу говорю, что вот этот болтик, его здесь изначально не было. И вот как все это выглядело. Сейчас крышку открою. Ну, давайте. Сначала эту часть покажу вам. Вот. Вот эта часть забивается ваткой. Она мокрая. Закрывается сразу же. Так, убираем обратно. Вот таким вот образом. И захлопываем, и все готово. Так, искра пропала, а не вот она. Сейчас камеру переставлю, потом придется видеомонтажи делать. Сейчас я переставил кремень. Искра, конечно, проскакивает. Ну, ладно, сейчас притрется. Главное приловчиться, и тогда все получится. Вот видите, у меня там затянуто у меня болтиком. Здесь поначалу было такой клычок, или как вам сказать, это вот на этом месте, и здесь такой клычок был еще, он удерживал крышку, но клычок отпал, и это хорошо, что он отпал, потому что изначально, то есть он был, что с этим фокусом. Вот как было изначально, сейчас покажу. Попытаюсь показать. Вот был он вот так, приоткрытый, да? Сейчас он полностью закрытый, и все идеально теперь. Ну, вот такая в целом зажигалка. Не зипа. Но такую не найдешь. Так просто. Была у меня сейчас зажигалка «Огонек», но она не подлежит ремонту, потому что там... где вот это нажимать, кнопка, можно сказать, я не знаю точно, но там, в общем-то, есть такая штука, короче, ну, а, короче говоря, сломалась от времени, все такое, все дела, развалилась. Хотела я ее восстановить, потому что огоньков таких зажигалок очень-очень мало, практически уже не осталось. Ну, что поделаешь, такова судьба. Ну, хотя бы осталась у меня такая зажигалка в очень хорошем состоянии. В очень хорошем. Вот. Конечно, можно было купить типа зипы, что-то типа того. Или саму зипу. Но я решил, буду пользоваться вот этой зажигалкой. Хоть ее заправлять через каждые 2 дня, наверное, придется. Вот сейчас, кстати, я перевернул.
И она зажигается почти с первого раза. Тоже небольшой хак, если плохая искра, то попробуйте просто переставить кремень. У меня уже он почти стерся. Надо где-то искать кремень и нормальный фитиль. Вообще надо нормальный искать. Впрочем, вот такая зажигалка. Куча болтовни, конечно. Ну, в целом, раритет хороший. Мне нравится. Пишите в комментариях, было ли у вас что-то подобное, или сейчас у вас остается вот такое. Вот такие вот зажигалки Советского Союза. Или, может, вы коллекционируете такие зажигалки. Можете написать историю какую-нибудь в комментариях насчет этих зажигалок. Я почитаю и оценю. Ну вот, ребят, с вами был Артём. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Почти как керосинка. Ёлки-палки.